начало. Что, соскучился, Козлина? Эра, вы еще не выложили видео? Ну, я в процессе. Эра, не делайте этого. Остановитесь. Я хочу расплатиться, даю слово. Слушай, у тебя была такая возможность дважды. Ты не воспользовался этим, а третьего раза, прости, нет, не будет. Первый раз. Это было недоразумение. Самодеятельность сотрудника. Второй раз мы не виноват. Ситуация повернулась. Вы сами спровоцировали, my agent. У нас был уговор. На передачу денег ты приходишь один, помнишь? Я был один. Но за мной тоже следят внутренняя служба безопасности. Я занимаю высокий пост. Слушай, а к шлюхам своим ты тоже со своей службой безопасности ходишь? Просто интересно. Эра, я старался оторваться, но они сами. Да пошел ты. Эра, я прошу вас, я хочу расплатиться с вами. Не выкладывайте видео, я обещаю. Никаких эксцесс больше не будет. Ну, ладно, я подумаю. Перезвоню. Ну что, все. Не знаю, где больше искать. Не знаю, что делать. Не берет. Но остается только пойти домой и ждать, когда она сама вернется. Ну, я не знаю. Не было никогда, чтобы она из дома сбегала. Ну, что она в таком состоянии учидит? Что у нее там в голове? Я не знаю. Давай я Антону позвоню. Он поедет на машине по дворам. Давай. Ой, дура, я забыла. Она же с Гариком из нашего дома стала встречаться. Надо к нему идти. Может, там она. Брата нет посреди ночи, а ты не в курсе. Я же не пасу его целыми сутками. Ну, сейчас-то ты можешь ему позвонить? Спроси, где Аня. Смотри, игра идет 90 минут. Если счет ничейный, дают дополнительное время. Опа, брательник. Его после футбола вчера так метелили, я думал, он еще неделю спать будет. Ну ладно. Алло, брат. Слышь, ее мать ищет. Давай, говори, где вы, а то потом от меня по шапке получишь. А можно я с ним поговорю? Ну? Алло. Алло, Игорь? Это Анин мама. Передай ей трубочку, пожалуйста, а? Она не хочет. Мы в кафе через дорогу. Зачем? Да, 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 хорошо. Предатель. Ну. Ай, подожди. Ты не понимаешь, как тебе повезло, что твоя мама жива. Я бы сейчас все отдал, чтобы вернуть свою. Солидно. Ну, самому дорогому человеку самое дорогое кольцо. Мне интересно, что там за фея-то такая, которая тебя захомутала? Слышишь? Я, конечно, не напрашиваюсь. А может, ты нас познакомишь как своим самым дорогим человеком на Земле? Мы можем двойную свиданку устроить. Ты с Наташей, я с Оксаной. Вот, познакомитесь. Ну, еще вариант. А где? Да прямо здесь, у меня. С меня ужин, с вас вино. Ну что, я предлагаю закончить дело и забрать деньги. С ума сошла? Надо сливать компромат. То есть грамм баксов тебя больше не волнует, да? Меня волнует моя жизнь. Ребята, нужно быть аккуратнее и хорошенько продумать план, чтобы себя обезопасить. Я не думаю, что он снова попытается сделать то же самое после двух неудачных попыток. Но в конце концов, он же не идиот. Он же понимает, что это его последний шанс. Да, Антон? Нет, а что? Это
Твою мать! Да ладно. Да, давай, да, поняла. Ну, минут через 15, наверное, буду. Хорошо, давай. Антон говорит, я заливаю соседей снизу. Надо ехать открывать квартиру. Что, прямо сейчас? Это же ловушка. Да, прямо сейчас. Слушайте, а вообще на прошлой неделе я меняла ванну. Поэтому до потопа с нашими рабочими, в общем-то, недалеко. Жаль, ты не понимаешь, что тебя просто туда заманивают. Потом взорвут дом так же, к чертям собачьим. Валера, отключи паранойю. Они прекрасно знают, что запись есть не только у меня. И если со мной что-то случится, то им будет очень плохо. То есть поедешь? То есть поеду. Ладно, Вера, с тобой поеду, так, на всякий случай. Погнали. А ты пока останешься здесь. Ну, типа наша страховка. Если, конечно, не надумал снять в Беларусь. Не надумал. Анют, поговорим? О чем? О том, как ты папу предала? Анют, да ты пойми, я никогда его не забуду. Он всегда останется в моих мыслях. И он навсегда останется твоим отцом. И никто его не заменит. Никто. Ни в твоей, ни в моей жизни. Мам, даже 3 месяцев не прошло, а ты уже кого-то в дом притащила. И ты что-то мне втираешь про мысли? Да я только... Ты предала его, понятно? Предала. Я смогу. Я смогу. Давай. Раз, два, три. Дальше. Раз, два. Дальше. Да. Дальше, дальше. Давай. Дальше, дальше. Неужели? Мадюх, это я. Вадик, Вадик, ты чего ходишь, а? Ты как? Представляешь, я шагнул сам. Представляешь, сам. Молодец. Только больше не пугай меня так. Хорошо? Гарик! Гарик! Чего тебе? Да я в магаз купи водички, мне а то дома ничего нет, не хочу из-под крана. К самому сходить, не? Нет, ты че, я вчера так околдобился, мне сейчас вообще перемещаться тяжело. А мне в школу надо. Давай. А тебе, кстати, в институт. Вот выйдешь на улицу и купишь себе водички. Нет, ты че? Я сегодня никуда не пойду. Состояние здоровья не позволяет, сам же видишь. Да ты вчера не ходил, и позавчера не ходил. Братишка, это что за дела? То есть я здесь, значит, за старшего, да? Забочусь о тебе. Дом весь на себе тащу. И что за новости? Ты че, че теперь считать за мной будешь, что ли? Спасибо. Пару шагов уже могу без поддержки. Ну вот так. А спишка? Нормально. Да? А видок говорит об обратном.
Че, видок, нормально? Слушай, Владик, со мной можно откровенно. Че не спишь так? Да не за это я не сплю. Из-за девчонки. Ну, трепались с ней до утра. Ну, в смысле, переписывались в интернете. Ну, это уже отлично. Бывшая одноклассница, 9 класса в одной школе были, пока она в другую не перевелась. Мать, типа, первая любовь была. Я нашла, написала, ну и потом как-то за то, за сё. Ну, отлично. Первую любовь можно по второму разу любить. Чё, когда свиданка? Нет. Не будет свиданочки. Я же про ноги не сказал. А ей нафиг не нужен инвалид с кучей проблем в жизни. Вот если начну уходить, тогда... Ты не мусуль, жри давай. Настя, у меня есть одна идея. Можно я в лунопарк схожу? Там до 4 большие скидки. Я не знаю, но это... Миш, ты, наверное, до 4 не вернется. Ну что, я одна могу. Мне так даже больше нравится. Я не знаю, Лен, там бы, наверное, куча народа. Одной следить за детьми вон. Да вон мне Марина поможет. Настя, я помогу. Матишка сидит, подслушивает. Ну, Настя. За старшую остаешься с Русланом. И, пожалуйста, помогайте Лене следить за детьми. Рад тебя видеть, Полин. Вживую. Ну, то есть мы до этого писали, а сейчас, как бы, ну, короче, ну, ты поняла. Ты нервничаешь, что ли? Я? Нет. Что-то я не узнаю своего Вадика. А в школе ты был самый самоуверенный. Да я такой остался. Ну, просто ты устал после вчерашних посиделок. Я тоже. Целый день рот не закрывается. Ну, в смысле, зеваю. Не, ну классно же потрещали. Да, тоже с подругами так не откровенничаю, как с тобой. Ты, кстати, о себе немного рассказываешь. Про что про меня? Про меня все скучно. Ну, а мама как, не нашла себе никого? Нет. Ей кроме меня никто не нужен. Печально. Ну, в смысле, она такая классная, и я подумала, может, ее свести с моим отцом. Все равно мои предки разводятся. Угу, хорошая идея. А, кстати, а дизайном этой комнаты я сама занималась. И по комнате можно многое сказать о человеке. Ну, тут я, кстати, не согласен. Я тебе говорю, вот покажи свою комнату. Слушай, Полина, у меня здесь бардак вообще. И... В общем, мы 2 месяца назад переехали только, и тут ничего особенного. То есть я сейчас перед тобой вывернула, считай, душу, а ты меня вот так сливаешь? Ну не, Полина, ты чё? Я просто тут без штанов лежу. Как-то неудобно вставать. Еще, может, что на камеру засвечу тебя там. Нет, ну тогда тем более вставай. Ладно. Ну, только после того, как ты снимешь кофту. Окей. Как? Шикарно. Теперь ты?
теперь не вставать. Окей. Чем займемся дальше? Эй, уважаемый, ты что там делаешь? Ну, слушай, ищем 156. Поешь. Шашлык, господи. Точно, да? Да. Все, давай, тип какой-то крутился возле машины, показалось, подарку что-то засунул. Пошли. Это же Веркина машина, да? Ну да. Ты же на то сиди домой, этот, картошку погреешь, блин. Ага. Ходим. Да нормально, даже бодрячком. Сама же. Ну, я ходила с соседям снизу, деньги взяла. Они угомонились. Надо рабочих вызывать, трубу делать. Можете поспать часок? Да, поспать. Не, ну, если хочешь, можем поехать к Валере. Ты знаешь, кончились те времена, когда я с двумя мужиками в одной комнате спала. Нань, что? И такое было, что ли? Представь себе. Представляю. Только не мужиков, а тебя и две тёлочки. Да, было и такое. Блин. Завожусь. Зря. Я спать. Разбуди через час. Чувствую себя как дома. Ну что, майор Петров, кого весь день у дома сторожил? По частному делу, в отпуске я. Что ж за дело такое, что ты от моих ребят бегом бежал? Откуда я знал, по чьей они душу? Вижу, пасут кого-то, кто тоже не ясно. А у меня врагов много. Ну, это не ответ на мой вопрос.
Значит так, майор. Либо ты начинаешь говорить, либо... Один мужик попросил у моего приятеля свою жену беглую разыскать. А приятель попросил меня, пока я в отпуске. Жена в том доме оказалась. Кто она? Что за мужик? Наталья Ковалева. Муж ее из Белоруссии. В Гродно живет. Майор милиции тамошний. Следил я за его женой. Больше ничего. Доброе утро, спящая красавица. Ну что, пора ехать к Валере? Звонить этому гражданину Америки? Ты пока спала, тебе план действий, что ли, приснился? Ага, на миллион долларов. Сначала заскочим в банк. Лучше снять ячейку заранее. Ребята, ждем меня здесь. Я за билетами. 4, 6, 8. 9 билетов. 8, я не пойду. Дайте мне лучше деньги за билет, я пойду к гамбургер сожру. Руслан, ну так не делается, мы договаривались. Я ни с кем не договаривался. Вообще я не хотел сюда ехать. Зачем мне эти карусели? А ты не хочешь помочь за младшими смотреть? Ну что, вы вдвоем с Мариной не справитесь? Я тебя одного не могу оставить, ты понимаешь? Почему? Я вот здесь буду, в кафешке. Слушай, ты идешь с нами, и точка. Я за тебя отвечаю, понятно? Я сам за себя отвечаю. Сами на своих каруселях катать. Восемь билетов, пожалуйста. Ну и сколько мы так с тобой будем еще? Аня, ну я все понимаю. Но ты думаешь, я не терзаюсь? Ты думаешь, я не спрашиваю себя, имею ли я право быть с кем-то, когда твой отец только вот... Спрашиваю. Постоянно спрашиваю. Ну жизнь-то продолжается. Иначе в чем смысл? Ань, я для тебя все сделаю. Хочешь? Хочешь, я сейчас позвоню Кириллу и скажу, что между нами все кончено, а? Мне твои одолжения не нужны. Это не одолжение. Я же вижу, как тебе тяжело. Для меня главное – это ты, Ань. Давайте начнем, то горячая остынет. Ага. Ну, нехорошо как-то так без Оксаны. Нормально, она на полчаса опоздает. Может, ты ей позвони? Узнай, где она. Обычно, когда человек опаздывает, он сам звонит и предупреждает об этом. Так что... Все нормально. Серег, ну просто всякое же бывает. У нас он...
посреди бела дня дома взрываются. Прости, не дай бог, конечно, что-то случится с Оксаной, но я уверен, что все в порядке. Ты просто дуешься, не разобравшись в ситуации. Спасибо. Ой. Что? Она еще 20 минут назад написала, что в пробке стоит. Скоро будет. Ну вот. Салат будешь? Да. А, все. Так. Приятного аппетита. Где карусели? Пойдем. Саша, Костя, а ну-ка стойте! Ну что ж такое? Ну я же сказала, что мы ходим все вместе. Сейчас мы на каруселях покатаемся, пойдем блины вон есть. А где Амина? Кто видел Амину? Не я. Не я. Амина! 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 Так, стойте здесь все вместе. Никто не расходится. Ты за старшую. Все. Пожалуйста, вы не видели девочку в красной куртке, темноволосой, 5-6 лет на вид? Подойдите к администратору, они по громкой связи объявят. Спасибо вам большое. Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, у меня девочка потерялась, нужно объявить. Вы что, шутите? У меня девочка потерялась, вы понимаете? Богиня спустилась с Олимпа и ждет за дверью. Сама? Угу. Пойду открою. О, люди, да? Проще смс-ку написать, чем в дверь позвонить. Ага. Эй. Чего? Ты опять? А, прости, забываю постоянно. Пора бы уже запомнить. Угу. Мне еще как минимум 2 года сухой закон. А ты вообще-то мог бы и присоединиться, раз уж мы теперь семья. Угу. Знакомьтесь, это Оксана. Ладно, я даю тебе еще один шанс. Никто встречаться с тобой больше не будет. Запоминай адрес. Улица Галаховская, 27. Строящееся здание, первый этаж, второй лестничный пролет. Кладешь наличку в черный мусорный пакет, наклеиваешь на него бумажный стикер и уходишь. Таким образом мы навсегда друг о друге забываем. И что? Так у меня вообще нет никаких гарантий. Человек, который пытался меня убить, сейчас говорит мне о гарантии? Короче говоря, у тебя 2 часа на то, чтобы положить туда деньги. 2? Я никак не успею собрать эти деньги. И если ты не успеешь, или вдруг я замечу слежку, я тут же опубликую запись. Я закончила. Время пошло. Вот же тварь. Она рассчитывает, что на людях мы их не тронем. Думаю, ее человек заберет деньги и будет держаться больших улиц. А кто-то еще со стороны будет проверять, что за деньгами нет хвоста. И тогда уже они скроются. Я не могу подключить еще агентов. А вас двоих они точно спалят. Сэр, есть другой вариант.
Маячок в пачке денег. Будем знать, где они, ждать удобный момент. А когда он настанет, мы их схватим. Это наш последний шанс. Не облажайся. Я пойду на дно. Вас двоих за собой потащу, ясно? Баба должна сдохнуть. Они все должны сдохнуть. Будем молчать весь день. Я чуть не понял. Вы что пялитесь друг на друга? Я бы на твоем месте напрягся. Сидят здесь, глазками стреляют. Ты, Антох, завязывай. Я не шучу. Да-да-да-да. Слушай, я просто... Серег, мы на минутку, хорошо? Mm-hmm. Антон, он серьезно. Так, может, врачей вызвать? Да. Так, давай я вызову, а ты отвлеки его, ладно? Я так испугалась. Ну, я смотрела лошадок, а когда я повернулась, вас уже нет. И меня нашел Руслан. Больше не убегай. Я так испугалась. Извини, я больше не буду. Честно-честно. Слушай, Аня, у тебя нет подруг свободных? Чего? Ну, или старшие сестры у подруг. Ну, только что без парня. Гань, что за вопросы такие? Аня, вот тройничок, думаю, замутить. А вот опыта у нас мало, ищу кого-нибудь. Ну, хватит, а? Не для себя же. Я для брата. У него совсем крышняк, ей спасать надо. А с чего ты решил, что девушка его спасет? Ну, меня же спасает. Серьезно, я без тебя загнался бы. А Лёлик, у нее же никого нет. Ну, я, да. Ну, я же брат, это другое. Понимаешь, человек нужен, с которым можно переключиться. Ну, или вовсе отключиться, ни о чем не думать. Без такого человека выключалка не работает. Понимаешь? Понимаю.
Женя встал через два квартала. Я на метро. Верочка, как я рад тебя видеть. Пошли. Откроешь рот, убью на месте. Делай вид, что мы друзья. Сколько уже времени прошло? Где-то минут 30. Черт. Где Юнусь-то? Добрый день. А вы не ее ищете? Здрасте. А вы кому? Что вообще творите? Вы что, с ума что-то посходили? Вот же она! Вот она стоит, Оксана! Оксана, вы что, сговорились, что все? Пустите меня! Это мой дом! Валите отсюда! Я вижу вас! Что хотите? Хотите Оксану меня? Пустите! За Оксану не отдам. Тихо. Что дальше? Ну что дальше? В больницу повезем. Хорошо. Я с ним туда поеду. Домой. Пошел. Пошел, я сказал. Тебе говорил, пойдем. А сейчас я расскажу вам, как у нас все будет. Сначала вы... Говорит меня все люди, которые знают эту историю. Потом вы говорите все квартиры, где вы прятались. Где хранить флешки, видео, компьютеры. Верочка, а потом мы поедем с тобой в банк. Заберем деньги, а потом поедем по квартирам, а потом мы исчезнем. Forever. Навсегда. Чего ты нас лечишь? Все равно же грохтишь, а? Ну да. Да. Вы правы. Но я могу делать это очень быстро, а могу делать это очень медленно и неприятно. Так, ну что, понравилось? Очень. Там было так классно. Там были прикольные трусы. Бегом, бегом, бегом в дом. Расскажешь потом. Ужинать. Ну что, как все прошло? Ну, в общем, Михаил, произошла такая ситуация, что... Что? В общем, я... Все отлично. Лен молодец. Вообще без проблем. Да, ну, тогда все хорошо. Спасибо, Леночка, что развлекли наших ребятишек. А теперь пойдемте ужинать. Я сейчас только игрушки заберу. Ага. Спасибо тебе. Мне ты не особо нравишься. А вот детям, да. Им с тобой хорошо, так что про Амину ничего говорить не будем. Кушать будешь? Не, мы с Гариком поели.
Мам, не бросай Кирилла. Что? Мне как-то странно. Ну, не просто думать, что ты можешь быть с кем-то, кроме папы. Но я постараюсь привыкнуть. Я хочу, чтобы у тебя все было хорошо, мам. Если я не свяжусь с своим человеком до 8, он опубликует запись. И что? Сколько там времени у тебя осталось? Ну так, позвони. Я позвоню. Но только когда ты их отпустишь и дашь им уйти. Позвони. Ты, стерва. Слышь ты, бич, кирпич. Отвали от нее. Со мной говори. Я здесь главный. Усек? Какие вы смелые. Защищаете друг друга. Но только это все бесполезно. Мне не нужны трое. Мужик, слышь. Рэндалл! Фак. Ты сюда. Ты сюда. У меня заложник. Выходите прямо сейчас. Я считаю до 5. 1, 2, 3, 4. Кому не держаться? Ну чё, шантажисты недоношенные. Доигрались?